Дамы и господа, поехали! Мой страх не мог дозволить мне быть уволенной. А теперь как здорово это звучит. Каждый раз, когда говорят: «О, они могут тебя уволить. Возможно, они больше не хотят, чтобы ты занималась этим». Я думаю, слава богу, это все равно нехорошо. Вот еще один пример. Открой лицо. О, ты открываешь свое лицо. Я перевернул ситуацию и сказал, что ты можешь быть в моем шоу. Вау, какое путешествие. Ну и поездка. Они сделали пилотный выпуск с другой девушкой. Затем показали его детям. Они не могли связаться с ней. Эти непоседы. Я их люблю за это. Когда ты начинаешь принимать это слишком серьезно, тебе следует взглянуть на себя. Мы скоро вернемся.